Привет, друзья! Вы, наверное, заметили, у меня видео стали выходить намного реже, чем раньше выходили. То есть ежедневок уже таких особо нету. Вот. И это связано не с тем, что я там устал, забил, решил забросить все это дело. Нет. Связано это с тем, что камера у меня начала как-то чудить достаточно сильно. И если уж честно, совсем откровенно быть, то, наверное, в небытие ушло видео штук 8. Вот, и я объясню почему, может быть, те, кто с камерами больше меня общается, более меня знает, они мне подскажут, в чем проблема. В общем, суть в чем. Батарейкам у меня в камере примерно 2 года, так же, как вот и самой камере. Я ее покупал, по-моему, в декабре 18-го. Вот, и происходит следующее. Когда я снимаю видео, камера вдруг, она без какого-либо пикания, да, хотя у меня включено, без каких-либо внешних проявлений, она перестает записывать. То есть есть два варианта. Либо она просто перестает записывать и потом пытается файл восстановить, либо она записывает какое-то время, а потом видео замирает. То есть видеоряд больше не идет, а звуковая дорожка пишется. И с чем это связано, я понять не могу. То есть вариантов у меня, лично у меня всего два. Первый вариант – это батарейка. Батарейка сдыхает, потому что она разряжаться успевает минут за 15. Причем независимо от того, жарко, не жарко, холодно, не холодно. То есть вот ты снимаешь, и потом бац, камера у тебя выключается, пытается восстановить файл, который потом в итоге получается битый. А батарейка показывает там 9% или 2%, хотя была за 15 минут до этого на 100. И когда камера просто полежит, батарейка восстанавливается процентов до 40, наверное. То есть, видимо, что-то с батарейкой, это первый вариант. И второй вариант, следующий, это что-то не так, видимо, с карточкой. То есть, почему звук продолжает писаться, а вот видео замирает и все. То есть, на каком-то этапе оно просто замирает, видеоряд дальше идет, а изображение уже не двигается. С чем это связано, я тоже не могу понять. То есть, два симптома и два варианта, что не так. То есть, если вы вдруг знаете, почему это происходит, может быть, действительно, это из-за батарейки. И мне надо просто батарейку новую заказать, купить. У меня их было 3. Вот, то, ну, я это сделаю и, соответственно, уже потом продолжим снимать с вами. Далее, что я вам хотел еще рассказать, небольшой апдейт. По стеклу, по-моему. В общем, я посмотрел, сколько стоит замена стекла. Мне в дилершип Toyota дали адрес сайта компании, которая этим занимается. И замена стекла на мою Corolla 21 года стоит... Сидите, а то упадете. $1000. $500 само стекло именно на эту модель машины. И $500 его какая-то калибровка. Поэтому, друзья, почему я вам показываю себя и меньше показываю дорог? Потому что выглядит все это дело вот так вот. И вы сами понимаете, что смотреть вот через такие трещины, это просто кровь в глаза, это крайне неудобно. И поэтому, да, лицезреем блогера вашего, который рассказывает какие-то истории. К сожалению, реже, чем мне бы самому хотелось. То есть 3-4 видео в неделю было бы идеально для меня. Но, опять-таки, я не могу каждый раз проверять, потом выезжать куда-то или идти куда-то и перезаписывать это в 10-й раз. У меня были видео, которые я пытался записывать, наверное, раз 6. То есть, домой приходишь, не получилось, что-то не так.